О, летающая сосиска полетела. Розовая. Насколько сильно ты ненавидела самолетики? Самолетики? Ну это какие? Где? Сейчас на самолетике полетим, да? Тейлз, вылезай давай со своим торнадо. Да. А, ну да, конечно. А я уже летала, кстати, один раз на самолете, только это было немножко Я тупо. видел. Я видел. Тейлз, я У рад, него что с есть... тобой хорошо. Да, у него есть очень читерская атака, Сейчас глянем. когда зажимаешь кнопку стрельбы и просто выделяешь вот этой подвижной целью мишени. Он выпускает самоводящие ракеты, которые так. просто всех шокают. Соник чуть ли не вверх ногами там летал, сейчас как приклеенный. Так, и вот снова мы наступаем на те же грабли, потому что до этого мы уже летали вокруг этой летающей карьеры, вообще незачем. Так, что там зажать, говоришь? Вот. Когда ты зажимаешь стрельбу, вот. Видела? Ну, я вот нажала и все. Стрельбу зажимай, и вот видишь, целью ты выделяешь. Ага. Потом, когда отпускаешь, ты выпускаешь ракету. То есть ты так можешь выделить до... Я не помню, по-моему, почти всех, кто летит. Класс, торнадо прокачалось. Может, раньше это было, я не знаю. Не, раньше тоже так можно было. Просто ты не знала об этом. Сосиска! Я бы и не узнала об этом. Если бы я не сказал, да? Ну, потому что очевидность управления в адвенчерах, это как бы вещь не самая существующая. Да. Кстати, советую тебе сейчас вот эти вот. Ну ладно, уже что пролетело. Там? Ну, там бомбочки были, которые тебе потом помешают чуть-чуть. Ну я ладно. Смотрю, у тебя очень-очень чувствительный стик. Уи-уи-уи. И сейчас мы опять пролетим и разобьемся, да? Ну, мы, по-моему, сядем на эклерию сейчас. Нет. Объясни мне, зачем в прошлый раз мы вообще за эклерием летали? Это мне абсолютно ничего не дало. Чё ты делаешь? Ты чё делаешь? Ты чё Соника схватил? Забавно, да? И поставил на место. Забавно. Тейлз прокачал свой торнадо. Все, теперь он будет садиться. Ага, тормоза. Помню, Sonic X он забыл тормоза сделать у такого торнадо. Или посадку. Чё-то такое забыл. Да, шасси. Посадочное шасси. Ну-ка посмотрим, что он здесь будет делать. Ну, здесь он далеко от канала не ушел. Здесь будет мини-босс. Я тебя огорчу. Ну, прикольно, кстати, что на самолетике летать достаточно прикольно. Не знаю. И мне нравится, как здесь камера вот эта сделана с управлением. Давай, садись уже, хватит. Жизнь какая-то. Так. А, это его разбить надо, что ли? Просто спали. А-а-а! Просто постоянно спать. Или в глаз? Да, наверное, в глаз. Постоянно вот в центр спать. Смотри, как у него жизнь утекает. Воу. Да. Это правда так все. Сложно? Так, это да. еще не все. Нет, все. Босс классный. Огонь. Счет противника. Процент отношения. Что? Я вообще не знаю, что. К чему это вообще? 11-я эмблема. Ну, мне дали эмблему, смотри-ка. Все в порядке, мы на нем. Должны приземлиться на эклере. Опс, а я забыл, да? Я кое-что забыл. Что? В этой модели отсутствует шасси. Что? Минус уши. Бах. Тейлз, мозгов не хватает. Эта штука очень большая. Почему он ступил так, что он построил самолет, шасси забыл? Это странно. У нас нет времени, нам нужно найти ЗМИ! Я думаю, что змеи букв просто не хватает в шрифте. Привет! Он же английский должен быть. Да? Вперед, в смысле. Привет. Так. Словно Кэрри Тейлз как сквозь землю провалился, его просто нет. Ищем змеи. У меня уже спойлер. Был спойлер уже в катсценке, что она типа робота будет защищать в ее истории. Ну и это Sonic X тоже есть частично. Клево. Вот эти прикольные штуки. Запрыгни прям в него. Внутрь, что ли? Или да. сверху? Да, видишь, у него башка закрылась. Ва-а-а. Не размышляйте очень много, вы идиоты! Вы еще не видели мою сущую силу. Это так и должно быть, а? Взлетела и катсцена, а? Нет. Она выкусит. Это как бы... Катсцена начинается, когда ты на центр круга этого встаешь. Ну ладно, так тоже можно. О.
Из какого металлолома он этот валенок построил? Вау! На своем форме. Ты тоже изменил форму на своем самолете, тупой. Блин. Глаза бедные. Это усложнил наш путь на капитанский мостик. Ненавижу, когда меня не слушают. Ты ничего и не говорил. Толкового. Вы этого не ожидали. Через свой единственный путь для меня это пройти. Через Skydeck. Не сомневаюсь, что вы сможете найти вход. Давай, расскажи нам, где твой Skydeck. Мы же теперь знаем, что он вообще есть. Мы покажем тебе. Иди сюда, обнимашки. Обнимашки с ижом. Что может быть страшнее? Возвращаемся назад, чтобы посмотреть, нет ли здесь чего-нибудь вкусненького. Вкусненького, нет ничего здесь. Я снова хочу в бошку запрыгнуть. А можно? Давай. Уи, да? Там какие-то пружины сзади, как будто там что-то есть. А куда ты рефлексию? А, лол, эмблема. Она была в ящике. Ты своему бомбу ящик сломала. А-а-а. Так, что, Skydeck, ага. Уи, так. Опа, что это такое? Это ничего. Ничего. А это? Потом узнаешь. Лифт! Клёвый, музыка классная. Мне нравится Adventure за музыку, именно музыка из них. Да. Это должен быть Skydeck. Ты усиленность. Ну давайте, открывайте свой Skydeck. Я стесняюсь сказать, что это, на что это было похоже. Уничтожь капсулу с животным. И Тейлз появился. Да? Ты там живой? Здесь аккуратней. Кто живой? Тейлз живой. Тейлз, давай. Прыжками передвигается. Аккуратней. А-а-а, как? Максимум аккуратности надо. Да уж. Бах. Ясно. Не знаю. Мне почему-то всегда кажется, что они слишком далеко. Видишь, они как будто падают. А на самом деле они вроде как прилипли, да? Но ни тени, ничего, поэтому непонятно. Ой, здесь будет один очень отвратительный момент. И мне интересно, сколько у тебя попыток уйдет, чтобы его пройти. Так, ну-ка посмотрим. Он уже начался. Опа! Беговая дорожка, Тейлз отстал. Ладно, фиг с ним, с кольцами, я думаю, тут поспешить надо. О! А тебе это там что-то было. А где? О, господи, я, кажется, понимаю, о чем ты. Тейлз прикатился. Это еще не он. Ладно. Камера, пожалуйста. Он зацеплялся там за что-то. Так, жизнь. Мне забавно, что Тейлза можно ударить здесь. Да. Господи, бедный лисенок. Так, поехали. А, это. Осторожно. Ну, тебе опять выбор. Могла, кстати, пойти направо. Ну, как всегда, да? Я просто иду, куда глаза глядят. Ой. Там щит был. Спасибо, Тейлз. Я ничего не нажимала. Наконец-то он полезный. Просто мимо летел, лицом щит собрал. Да, вот еще один щит. Еще один щит. Ладно. Опа. Там-та-дам-там. Я боюсь. Разгоняться в этой игре как-то страшно, знаешь ли. Так, где там самое место? Дальше. Ты проходил, похоже. Ну там будет. Ау. Все гораздо быстрее. Опа. Нет. Ну вот, ты приближаешься. Мне уже страшно. Уже... Ики-ки-ки-ки, куда? Где я, блин? Еще один щит. Надеюсь, мне не нужно несколько щитов. Нет. Так, попугая. Еще одного. О! Поздравляю, ты его нашла. Там еще что-то зеленое. Я хочу эту. Я хочу собрать птицу, отвалите, мне пофиг на жизни. Она соберется сейчас у меня, нет? Нет. Что-то сомневаюсь. Блин. Нету. Я хочу зеленую птицу, слышишь? Я же кольца-то не собрала. Обожаю ждать в Сониках. Ты ждет меня там, повесился на этой, на лестнице. Дождался. Жалко его. Аккуратно. Стой. У-ху. Зря. А чё? Я сверху теперь, не снизу. Не, там просто можно было подождать и здесь на самый верх. А теперь беги. В какую сторону? Просто беги. Здесь можно наверх залезть, если прям крабс... О! Поздравляю, ты собрала павлина.
У меня есть павлин. А Тейлс он стекает. Блин, это так забавно. Да. Так. Стой. Поверни камеру нормально и беги. Он тебе подаешь показано куда. Ай, камера! Беги со всей дури. Нормально все. Угу. Сейчас следующий мостик. Тейлс! На воздух держится там. Давай. Ради как вариант. Так, он пройдет по краю здесь? А, ну да. Здесь же можно по краю. Тейлс! Он может летать. Зачем ему это извращение? Брата, к себе прилип быстро. Отойди с дороги, Тейлс. Господи, Соник такой жестокий. Камера, спасибо. Спасибо, камера. Бах. Я смогу. Я ни разу здесь не упаду никуда. Тебе назло, чтобы ты не говорил, что серьезное место. Сколько у меня попыток на это уйдет? Ты меня недооцениваешь. Вторая попытка. Первый раз ты упала. Ну, я, блин, павлина хотела собрать. Это простительно. Это не считается. Давай, беги. Нормально. Пушка. Соми-пушка. Или как там ее? Чего? Ну, вот теперь начинается игра. Это телепорт был? А, то есть то было не игра пока, да? Так, что это? Это wrong winds blow to... Так, ветер, да? No! Да. Не советую прыгать. Ну ладно, я понимаю. Будем флексить пешком. Там тебе просто была подсказка, то, что когда ветер, тебе нужно либо прилипнуть вот к этой штуке, либо к вот этому. Видишь, то, что справа. Небольшие выпирают. Нет, я прыгнула. Это всё. Ветер. Прилипла. Только трудно различить, где ветер, а где не ветер. Так, пока что не ветер. Ветер только ты дышишь, когда... Да. Нет! Ветер. Ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю синих ежей. Бедный Тейлс. Я заблудилась, куда идти-то, собственно. Ты сейчас упадешь. Нет! Не хочу никуда падать. Давай, ножками. Оп. Так, я куда-то в верном направлении я иду, да? Да. О, все взорвалось, да. Вот классно, тут все просто взяло и взорвалось. Я ничего не трогала, вот честно. Я ничего даже не нажимала, все исчезло. Угу. Ага, что это такое? Взлетная полоса какая-то для мобов. Да. Она тоже сейчас начнет взрываться. Почему? Объясни мне по сюжету, почему оно взрывается все? Что происходит? Ну ладно, это адвенчеры. Это старая игра. Бывает. Ну, удачи. Сами пушка. Удачи. Нет. А где я? Нет. Так, надо в дуло ее закинуть. Правильно. Я знаю такие игры. Только надо вовремя тайминг поймать еще. Да, блин, здесь еще и кидается что-то. Ну, вон они. Тайминг поймать. Тейлс, принимай на себя удар, ты что, бесполезное животное? Клубок шерсти. Он агрик на себя удар. У меня получилось, и телепорт просто куда-то! Как? Как куда телепорт сразу по сюжету игры? В принципе, без переходов между уровнями. Sonic 1 возвращаемся, где переходов не было. Что это такое? Ага. Ай! Он просто научился хаос-контроль использовать. Я внутри, а зачем? А мне туда не надо? Да. Не туда. Нет. Выпустите тебя меня сюда. А по-моему, последний этап. Нужно просто забраться наверх. Так, ладно. Давайте осмотримся. Это не лестница. Пушку здоровую. О, неуязка. Так, теперь можно лазить везде. Искать, куда мне залезть. Угу. Как? Вот лифт. Ага. Тейлс, до свидания. Ясно. И так могло задавить. Его же может задавить, да? Это же Соник. Да. Это Соник. Он любит, когда его давят. Ты куда?
камера! Синяя птица, синяя ласточка! Да дай! Ласточка. Она у меня уже есть. Павлин есть? Дай, павлин есть. Так, камера! Камера, пожалуйста. Хорошо. Так, нормально. Вау! Чего? Это как? Ладно, неважно, проехали. Лестница, лестница, которую не видно. Тейлс, может, ты меня на ручках понесешь уже, а? До свидания, Тейлс. Так жестоко с ним. Она пятенки. Почти первую прошла. Ну, еще раз. У тебя два павлина. Да. Там жизнь, я хочу ее. Да, нетрудно догадаться, что-то делать надо. Тейлс. Тейлс, ты починил меня? Теперь ты для меня друг? Не хочешь стать моим напарником? Ай! В самое начало! Да господи, где я вообще? Я упала. Поехали заново. Поворачивай чуть позже! Блин, не... У меня сейчас переть начнется этих адвенчеров, честное слово, забавно. Так, куда мне надо-то? А вон туда, на платформу. На, собственно, я правильно прыгала. Да, только промазала чуть-чуть. Промазала немного, да. Какой ужас. А-а-а! Ай! Да. Вот теперь... Что это? Хоть осмотрюсь, это летает? А, из-за того, что нет теней, тяжело понять иногда, на какой высоте. Камера, спасибо! Где дальше? Я опять упала куда-то или нет? Да нет, вроде. Нет. Кольца. Тебе просто нужно на этот запрыгнуть. О, сюда. Да. А потом дальше, видишь, на следующий. Видишь, корабль из стороны в сторону качает? Да. И они тут ездят. Ездят тут всякие. Угу. Вот сейчас мы мать. Ага. Мясорубка! Как они закрутила его туда. Знаешь, на производстве это немножко не так работает, правильно? Так, это что? Да. Ну, это тебе знак, то, что туда надо. Ну, да. Я боюсь вниз спрыгивать. Вот сейчас просто будет весело. Ага. Видишь, там лестница, тебе нужно туда. Куда, внутрь? Нет. Ага. Ладно, мне понравилось, особенно как ты его сафлексил. Почему это так работает? Просто скажи мне, почему это так работает, жизнь, вау, внезапно? Я не знаю. Почему это? Тот по стенам корабль перевернулся, что ли, я не знаю. Да, корабль перевернулся. Да, дошел он. Наверх, да? Ага. Теперь горизонтальная поверхность стала вертикальной. Ай, как? Ладно, нормально. Да, где зрачки? Где зрачки? Он просто назад смотрел, но только что сквозь затылок, наверное. Угу. Блин, очень забавно. Корабль... не поймать что-нибудь интересное. Так. Там петла только что пролетела. Так, почему он перестал лезть? Чего? Я вообще... Осторожно, пожалуйста. Тейлс, не хочешь меня за ручку подержать? Пожалуйста. Было бы клево, если бы можно было вдвоем играть, чтобы ты мог Тейлсом, типа, играть и... Да, это, кстати, было бы прикольно. Так. Это... Кнопка. Ну да. Переворачивающийся самолет, судя по всему. Угу. Давай, пожалуй, из-за текстуры. А может, вернуться надо... Обратно? А зачем? Чтобы туда попасть. Блин! Я не могу залезть. А может, туда не надо уже? Мне надо вниз? Да блин, нет. Нет. Я так не думаю. Туда. Блин! И все, снова пошел колбасить самолет этот. Так, тут чекпоинт не активированный, кстати, внезапно. Можешь спрыгнуть, а? И развилка как будто. Я была здесь, но почему-то я через чекпоинт не прошла тогда. Ты сразу на пружинку залетела. А, я там сквозь текстуры... Кнопка уже нажата, типа, считается, я так понимаю. Только меня нет, не пускает. Нет,
Снова надо нажать. Все, теперь аккуратненько прыгай. Да, все. Внутрь. Е, я внутри. Все, прошла уровень. Е, наконец-то уровень пройден. О, там сколько штук. А почему? А чё? А как? А в смысле? Нет! Нет, только не засливай в текстурах, пожалуйста. Я отпустила. Фуф, отпустила. Ловушка. Просто ловушка. Сфига мне птиц полный корабль просто. И попугаев надавали. Мне павлин сейчас вылезет. Фуф. Ну что ж, мы прошли очередной уровень, господи. Сейчас, что дальше? Где Эми? Сейчас катсцена, да? Ну что, где Эми? Да. Ну, где Эми?